У Косыгина Алексея Николаевича я проработал 8 лет. Разные случаи были, разные, конечно, моменты были. Ну, приведу такой пример. Собрались на даче на байдарках. Вот, там Москва-река, протока была такая. Ну, вышли на берег, он смотрит, лес горит напротив там. Ну, пока дежурному сообщили, поедем, говорит, туда, будем это смотреть, пока пожарные приедут. Поломали ветки там такие вот, это, ну и потихоньку, а там ельник такой, и он быстро идет вот так вот фронтом горит. Ну, пока пожарные приехали, мы уже легализовали, так вот, в принципе. Был выезд с премьер-министром Трюдо, тогдашним премьер-министром Канады, на какое-то мероприятие. Ну и когда подъехали, и там получилось так, что иммигрант из Венгрии вступил в какую-то незначительную партию, и чтобы вот как-то об этой партии пошел там разговор, вот, и он пытался прыгнуть на Алексея Николаевича, но получилось так, что Карасев как раз был сзади, и он вскользь так проскочил, ну так немножко костюм так ему немножко. И тогда вот это вот все телевидение канадское, ну и потом там и наши показывали вот этот сюжет. Ну а так, как Алексей Николаевич любил играть, в волейбол всегда играли, в Паланге на отдыхе были, в Пицунделе на отдыхе были, играли в волейбол. Даже была даже сборная, мы в Паланге были, когда на отдыхе был Цыдынбал, председатель Народного Хурала Монголии, создали вроде как две сборные, с одной стороны. Ну, там Цыдынбалу подставили четырех таких хороших игроков с местных там, ну и мы там с этой стороны играли тоже, так сказать. Все снимали они там на кинокамеру. Вот, такой вот. Любил играть в теннис, вот. Ну и любил байдарки, конечно. Зимой лыжи. Зимой на лыжах. Утром приезжаем, быстро переоделись, вот уже на лыжи пошли. И по кругу. Боровик, если отдыхает зимой, все равно лыжи на лыжах. Радиостанция, три человека, трассу просмотрим и потом уже сопровождаем Алексея Николаевича. Любил спорт, любил, следил за собой. Всегда любил на завтрак овсяную кашу и крепкий чай с самовара. Обязательно крепкий чай, горячий. И вот это был его завтрак.